Всем привет! Я часто в своих видео рассказываю, что мне нравится, когда владельцы делятся со мной своими фото, видео, и особенно, когда приезжают со своими щенками ко мне в гости. В этот раз расскажу про Шарелле Вегу. Здесь вот кадры, на которых Вега еще совсем-совсем маленькая, ей здесь около месяца. Это самое-самое первое знакомство с своими будущими владельцами. В семье две дочки, мама, папа. Вот они приехали выбирать щенков и Вегу облюбовали. Конечно, она здесь себя очень хорошо показывает, что она такая культурная, ну и вообще красавица, как говорится. И я всегда радуюсь, когда владельцы приводят своих щенков прямо ко мне, тогда, когда они живут здесь, в Нижнем Новгороде, либо в Нижегородской области. Вот в этот раз Вегу привезли, тогда, когда ей было уже около 5 месяцев. Владельцы приехали за кормом и за кормовыми добавками для своего щенка. Всегда я смотрю на конечности, прошу, чтобы собаку привезли на поводке, в ошейнике, чтобы она себя показала, как говорится, со всей красе, чтобы мне можно было оценить, насколько правильно сформированы суставы, конечности, как собака двигается. Конечно же, они меня всегда узнают, все собаки. То есть вот то ласкаются, то пытаются на голову поставить свои ноги. Вот. В этот раз я, конечно, была очень довольна Вегой, потому что она в хорошей физической форме, не перекормленная, крепкие конечности. Конечно, еще она в стадии формирования роста, но, тем не менее, никаких практически претензий к владельцам собаки у меня не было. И я была очень сильно удивлена, как среагировала Акча, мама этой собаки, этого щенка, на появление щенка на питомнике. Ведь Вега уехала достаточно уже давно, почти 2,5 месяца назад. И я не была уверена, что мамаши помнят своих щенков. А обычно, когда уже подрощенный щенок приходит на питомник, да, и владельцы просят показать родителей, чтобы сравнить, как вырос их щенок, то уже родители подрощенного щенка, практически взрослые собаки, реагируют как бы негативно, и они не могут вспомнить, что это собака их щенок, и реагируют на них как на чужую собаку. Но в этот раз я была очень сильно поражена, когда владельцы зашли в калитку к нам, и я увидела, что Акча на самом деле вспомнила этого щенка и была просто поражена, потому что щенки — это единственные у Акчи в этой жизни пока были. И она пыталась выйти через калитку, и я так понимаю, что обнять или обнюхать, или как-то пообщаться с щенком. Вот живые кадры. Слушай, неужели узнала? Она ведь не злится. Она ведь просит, чтобы ее к ней подвели. Так что вот так у нас растут и развиваются щенки. У тех владельцев, которые слушают меня, которые выполняют рекомендации, которые присылают мне периодические отчеты, фото, видео, когда мы общаемся и корректируем рационы и добавки, и то, сколько можно гулять, сколько нельзя гулять, не дай бог, какие травмы или заболевания. Поэтому у всех, у кого возникают вопросы, даже если у вас щенок не с моего питомника, я провожу онлайн-консультации и рекомендации даю всем желающим, кто хочет вырастить хорошую крепкую собаку. Всем пока! Надеюсь, что видео вам понравилось и щенок понравился. И надеюсь на ваши лайки, комментарии. И обращайтесь ко мне за помощью, если кому это надо.